Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялся 5-й съезд писателей РСФСР. Художники слова, представители многонациональной литературы Российской Федерации, активно участвуют в решении задач коммунистического строительства. Делегаты и гости горячо встретили членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. С докладом «Быть в гуще жизни, ярче, талантливее раскрывать созидательный характер советского общества» выступил председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков. Он отметил, что литераторы России активизировали свое участие в общественной жизни страны, укрепили связи с трудовыми коллективами. Новый творческий подъем, переживаемый литературой, подчеркнул докладчик, это, несомненно, результат той созидательной творческой атмосферы, в которой живет страна. На съезде выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломенцев. Он передал собравшимся сердечное приветствие генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В своем выступлении товарищ Соломенцев призвал литераторов к тому, чтобы их творчество всегда отвечало насущным духовным потребностям советского общества. В своих выступлениях делегаты съезда заявили, что они отдадут все силы, дарование и талант делу Ленинской партии, воспитанию человека коммунистического завтра.